Доброе утро. Сегодня новую партнерскую программу мы представим с Анной Потаповой. Я думаю, ее представлять вам не нужно, все знаете. Я руководитель партнерского отдела. Небольшая вводная. Сегодня уже 1500 партнеров активно продвигают и продают Bittrex24. Вы знаете, у нас очень широкая география, и партнеры, которые продают Bittrex24, есть и в России, и в Украине, и в Беларуси, и в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане, и во многих других странах СНГ. Нас очень много на самом деле. И я думаю, что сейчас здесь тоже присутствует много партнеров, которые активничают по Bittrex24. Поднимите руки те, кто продает Bittrex24, либо хотя бы сделал одну продажу облака, либо коробки. Мне кажется, что с каждой конференции рук все больше. На самом деле, да, больше половины зала, очень здорово, и действительно нас много. Ну, клиентов Bittrex24 тоже больше, как уже Сергей сказал, 902 тысячи компаний зарегистрировано в Bittrex24. Но мы активно работаем, мы постоянно ищем новые способы, как сделать продажи Bittrex24 более выгодными для вас. И все вы, я думаю, знаете, что у нас партнерская программа именно Bittrex24, она активно развивается и многое в ней меняется. Сегодня мы ее представим. Итак, в новой партнерской программе Bittrex24, она будет работать и для облака, и для коробочной версии 1С Bittrex24, появляется 4 статуса партнера. Самый первый статус — это агент. Это начальный уровень, работает только по реферальным ссылкам. Напрямую Bittrex24 клиентам не продает, скидок нет. На статусе бизнес-партнер уже появляется скидка, то есть возможность продавать от себя, возможность выставлять клиенту счет. И кроме того, что вознаграждения работают, да, здесь уже не такой легкий вход. И бизнес-партнером могут стать веб-студии, интеграторы, франчайзи 1С, могут стать рекламные агентства, а также бизнес-консультанты и бизнес-школы. То есть все те, кто предоставляет инструменты для бизнеса, все те, кто консультирует по бизнесу и проводит обучение. И, соответственно, дальше можно расти по статусам до сертифицированного и золотого. Здесь уже, соответственно, нужно будет набирать баллы, проходить курсы. Очень похоже на текущую партнерскую программу, но немножко отличается. Дальше мы расскажем, чем. И, собственно, вот какие скидки. На облако скидка у всех статусов 50% всегда. То есть она не меняется, она у вас никуда не пропадет. Не зависит от статуса, всегда 50%. И вот эти дополнительные скидки, дополнительные преимущества перед клиентами, которые у вас есть, да, 5, 10, 15%, соответственно, на 3 месяца, полгода и год, они тоже сохраняются, вы можете их давать. То есть 50% и дополнительная скидка на облако. И коробка. На коробку уже скидка зависит от статуса, 40, 45, 50, тоже как в текущей программе. Партнерские скидки действуют, когда вы покупаете у нас продукт и продаете уже от себя клиенту. Когда клиент покупает у нас, вы можете привязать клиента и получить свое вознаграждение. Чтобы получать, чтобы вам начало начисляться вознаграждение, вам ничего такого особенного делать не нужно. Достаточно зайти на сайт партнерской программы partnersbittrex24.ru, авторизоваться со своим логином и все. Этого достаточно. Как формируется вознаграждение? Когда клиент, привязанный к вам, покупает Bittrex24 у нас, вы получаете с первой его оплаты вознаграждение 50%, и затем в течение 3 лет со дня его регистрации в Bittrex24 по 20%. Еще мы дополнительно начисляем 100 рублей за активного клиента, то есть когда этот клиент становится активным. Вознаграждение вам начисляется сразу. Здесь небольшая такая ремарка, чтобы получить вознаграждение деньгами, вам нужно подписать вот этот дополнительный договор. Но начисление вам идет всегда. Вот вы зашли на сайт partnersbittrex24.ru, авторизовались и начали привязывать клиентов. Все, с этого момента все начисления, они за вами. Они не сгорают там кварталами, годами и так далее. Все, что вам начислено, вы сможете забрать деньгами. Ну и, собственно, самый-то главный вопрос, как привязывать клиентов. Самый первый инструмент, я думаю, все вы его прекрасно знаете, это реферальная ссылка. Реферальная ссылка с параметром, в котором заключен ваш ID партнера. Получить эту ссылку можно в личном кабинете на сайте партнерской программы, авторизовавшись с вашим логином. Размещайте ее на сайте, отправляйте эту ссылку в письмах клиентам.
формируйте какие-то лендинги дополнительные, публикуйте в группах в соцсетях. То есть везде, где вы рассказываете клиенту о Bittrex24, не забывайте помечать ссылку. Еще один инструмент, он больше работает для офлайна. То есть когда вы проводите семинар, либо еще какое-то мероприятие, предоставьте клиенту, предоставьте людям, которым к вам пришли, какой-то дополнительный бонус. Это может быть дополнительное место в облаке на какой-то период, это может быть там дополнительные пользователи. Ну, придумайте себе купон, там, не знаю, весна 2016, и разместите его в презентации. Все люди, которые воспользуются этим купоном, они все к вам тоже привяжутся как клиенты. И еще один новый инструмент – это привязка конкретного клиента. Если вы работаете с клиентом, он уже у вас готов купить, но он никак не привязан. Он не пришел по вашему реферу, не по вашему купону. Вы можете у себя в личном кабинете сформировать ссылку на покупку специально для этого клиента и отправить вот ссылку такого вида именно этому клиенту, когда он оплатит Bittrex24, и если это будет переход, какой-то такой некий апгрейд, то есть он перейдет либо с бесплатного на платный, либо на более высокий платный тариф, он за вами закрепится, он к вам привяжется. И, конечно же, все клиенты, которые платят вам напрямую, сразу после этой оплаты фиксируются за вами. Это сделано для того, чтобы не было опасения, что вот сейчас клиент заплатил к вам, а потом ему вдруг стало удобно платить Bittrex напрямую, закрепленный за вами клиент, вы получите свое вознаграждение. Ну и еще дополнительно, все очень нас просили это сделать, мы это сделали наконец-то. Когда вы из своей NFR-версии Bittrex24 расшариваете файл, то есть даете публичный доступ на это, может быть, там договор какой-то или техническое задание для клиента, любое, вы отправляете эту ссылку клиенту, и внизу есть баннер, в нем автоматически уже ваша реферальная ссылка, помеченная с вашим параметром, и все клиенты, которые создадут Bittrex24 по этой ссылке, автоматически за вами закрепляются. Итак, все клиенты, которые к вам привязались по реферальной ссылке, по промокоду, по специальной ссылке на покупку, они все закрепляются за вами, и когда они платят нам, мы выплачиваем вам вознаграждение. Вообще очень здорово, много инструментов, которые можно привязать к себе клиента. Давайте посмотрим поподробнее, какие статусы и баллы, как это все работает. Значит, нас с вами интересует вот эта область. Мы все попадаем в бизнес, сертифицированный золотой, соответственно. И у бизнес-партнера нет требований, то есть им становится, и можно на нем оставаться, можно идти дальше. У сертифицированного нужно для получения этого статуса и для подтверждения нужно иметь 100 баллов. И нужно иметь хотя бы один онлайн-курс пользователя Bittrex24 пройденный. То есть технология такая же. Нужно, чтобы ваш сотрудник прошел тест, и чтобы он был привязан к карточке партнера. То есть система видела, что у вас такой сотрудник есть. Соответственно, для золотого нужно уже 500 баллов. Очень похоже на текущую программу. Путаться не получится. И кроме пользовательского курса по облаку, нужно пройти еще пользовательский курс по коробки. Также в количестве одна штука. И, собственно, баллы. Какие баллы действуют в партнерской программе Bittrex24? Это основные баллы за продажи. Причем мы возвращаем баллы за продажи коробки. То есть все продажи за все, что вы покупаете, будут начисляться баллы. И баллы за проекты. Значит, баллы за проекты на коробочной версии сейчас есть. У нас добавляются еще добавления проекта на облаке. Этого сейчас нет, это будет добавляться. Тоже интересная вещь. На бесплатном тарифе будет 5 баллов добавляться. И если это внедрение на платном тарифе, 20 баллов. Это будет очень легко добавлять. Прямо в списке клиентов будет легкий интерфейс по добавлению таких проектов. И дополнительные баллы за большие брендовые сложные внедрения. Мы даем дополнительные баллы, они начисляются индивидуально. Вы также отправляете нам запрос, пишите, что вы сделали, добавляете скриншоты, поподробнее рассказываете, мы оцениваем, даем баллы. Маркетинговая активность тоже продолжается. Баллы теперь за маркетинговую активность по продуктам Bittrex24 идут в эту партнерскую программу. Тоже со Светой Ледвиной, с отделом маркетинга. И за приложение Bittrex24, так же, как и сейчас, тоже баллы начисляются, если вы их разрабатываете.
Вот, баллы действуют один год с момента начисления, так же, как и в текущей программе. И, как я уже сказала, проекты на облаке можно будет добавлять очень быстро, легко и получать дополнительные баллы за них. И, собственно, насущный вопрос, как же переходить, что будет с текущей программой, что будет, как вам перейти в новую партнерскую программу, сейчас расскажу. Значит, вот все, кто поднимал руки, 1500 партнеров, вы, собственно, уже там. Мы вас перевели. Чтобы в этом убедиться, можно просто зайти на новый партнерский сайт partners.bittrex24.ru, зайти в кабинет партнера, авторизоваться под текущим вашим логином, и вы увидите, что вы там, вы увидите свою карточку в партнерке Bittrex24, и там мы перенесли баллы, вы это тоже все увидите. Если вдруг вас там нет, просто нажмите кнопочку «Стать партнером Bittrex24», вы станете партнером в один клик, все очень быстро. И, собственно, про переходные нюансы. Вы переходите не с нуля. Мы все, что вы наработали по Bittrex24, мы вам продублировали в карточку партнера Bittrex24. То есть активные баллы за Bittrex24 у вас уже там. Ваш наработанный статус мы тоже вам оставили на полгода. То есть у вас будет полгода на то, чтобы его подтвердить условиями текущей партнерской, новой партнерской программы. И если у вас есть компетенция корпоративный портал, она уже там тоже есть. И проекты на коробке тоже там. И текущий ваш партнерский договор, то есть переподписывать ничего не нужно, заново подписывать ничего не нужно, вы работаете по текущему договору. То есть, по сути, вы уже там и можете работать и считать себя полноценным участником новой партнерской программы. Единственное, что у вас есть полгода на то, чтобы подтвердить статус, потому что он все-таки у вас наработан всеми продуктами. И в новой программе действуют только баллы и курсы по Bittrex24. Их нужно будет нарабатывать и подтвердить статус. И что с основной программой, что с партнеркой Bittrex 1С Bittrex. С 1 февраля новые баллы за Bittrex24 будут начисляться в партнерку Bittrex24. То есть они не будут начисляться в основную партнерскую программу 1С Bittrex. Но в ней останутся пока активные баллы за Bittrex24. То есть у вас на полгода они будут еще учитываться там, и будет возможность посмотреть, насколько они влияют на вас, на ваш статус, на ваше положение, и что-то исправить за эти полгода, подтянуться по управлению сайтом, подтянуть свой статус. То есть до августа у вас есть время на то, чтобы доработать свои статусы в обеих программах. Фактически две программы разделятся именно 1 августа полностью. И, конечно же, у новой партнерской программы будет свой собственный сайт. Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета? У вас отдельный кабинет свой будет. Отдельный кабинет по партнерской программе Bittrex24. Это сайт partners.bittrex24.ru. Он уже работает, заходите. Мы в этот кабинет вынесем отдельно всю статистику по тем клиентам, которые к вам привязаны. Отдельно список коробочных версий, которые вы продали. Полностью все вы увидите здесь начисления, здесь же вы увидите свои баллы по этой программе. То есть все, что относится к этой программе, будет в отдельном партнерском кабинете. Еще раз повторяю, по юридически у нас ничего не меняется. Как было с договорами для того, чтобы получить вознаграждение, все так и остается, и вам ничего переподписывать дополнительно не нужно. Но на этом мы не останавливаемся. Мы планируем, то есть у нас уже на ближайшее время запланированы некоторые дополнительные вещи. Мы выносим список партнеров по Bittrex24 на сайт bittrex24.ru. Я думаю, что это очень такое существенное изменение, потому что до этого момента мы просто переадресовали на наш основной сайт, на 1С Bittrex. А поскольку у нас достаточно большой трафик и именно целевой трафик по Bittrex24 на этот сайт. На нем клиенты смогут найти себе партнера, который там будет проводить обучение, внедрение CRM и так далее. Список будет сортироваться точно так же по городам, по сферам бизнеса, по статусам партнера. Будут публиковаться ваши проекты, ваши истории успеха. То есть все будет на этом сайте. Мы вводим дополнительно новые компетенции. Если сейчас это была только одна компетенция, корпоративный портал, будут дополнительные именно по инструментам. То есть если вы занимаетесь целенаправленно внедрением CRM,
то здесь вы получите эту компетенцию. У вас будет в вашей карточке это написано, и клиент сможет выбрать среди тех компаний, которые именно занимаются внедрением CRM. То есть мы таким образом облегчаем вот этот для клиента поиск нужного ему партнера, а для вас предоставляем новые способы, как выделиться в этом списке, чтобы вас клиент нашел. И мы хотим, очень хотим использовать чат в Bittrex24, вот о котором уже много раз говорили, и вчера, и сегодня, для того, чтобы это стало вашим инструментом коммуникации с вашими клиентами, чтобы вы через этот чат легко смогли общаться с ними. Да? То есть представьте, вы работаете в своем Bittrex24, в своей NFR, ваши клиенты сидят в своих Bittrex24, и вы легко через чат быстро им пишете, они через этот чат легко вас находят, и вы, собственно, с ними коммуницируете. И хотим, очень хотим сделать некую такую автоматизацию уведомлений ваших клиентов от вас. Посмотрим, как это сделать. Еще сегодня, я думаю, не раз с вами обсудим. Вообще это будет, мне кажется, очень здорово оказаться в списке партнеров на сайте Bittrex24. Это, ну, реально, вы можете получить очень много лидов оттуда. И, ну что ж, собственно, партнерская программа Bittrex24 уже работает. И многие из вас уже в ней. Заходите на сайт, используйте все эти возможности по максимуму. Я думаю, что их достаточно много, их есть смысл пробовать использовать. Да, на новом партнерском сайте мы постарались все описать, но если у вас есть вопросы, они наверняка будут, и мы будем рады на них ответить, вы подходите к нам, в 16 часов будут митинг-поинты во время кофе-брейка, вот 9-6 стол. Подходите обязательно, спрашивайте, давайте общаться, вы приехали на конференцию, и это отличный место и время, чтобы обсудить планы по Bittrex24. Большое спасибо. Я думаю, будет вообще здорово, если вы будете к нам сегодня подходить и спрашивать, нравится, не нравится, какие-то вообще нам идеи свои, может быть, подскажете, как нам дальше улучшать программу. Пишите в нетворке, если у вас какие-то вопросы появятся позже. Давайте несколько. Спасибо большое. По-моему, это действительно существенное изменение, и мы постарались сделать все гораздо проще. Давайте несколько вопросов из зала. Всем привет еще раз. Вопрос такой. Монитор качества по коробкам будет отдельный по Bittrex24, отдельный по бусу? Монитора качества по коробке пока здесь не будет. Просто вообще эта тема, касающаяся коробки Bittrex24, она требует пересмотра. Все-таки он в основном имеет отношение к управлению сайтом. Возможно, она пересмотрится и будет в несколько другом виде. Пока ее нет. Да, но сейчас можно сдать коробку по монитору. Нет. Ну, вообще, в принципе, коробку можно сдать? Сейчас не будет. Не будет вообще, в принципе. То есть ее нет смысла сдавать уже будет, да? Понял? Ну, сейчас еще можно сдать, но потом не будет. Все, спасибо. Здесь вопрос. Добрый день. Максим Богомолов, компания «Добрый дизайн». Вопрос такой. Ссылка из публичных документов появилась, реферальная? Я вот про нее говорила, уже появилась. Есть ли реферальная ссылка из писем, отправляемых из CRM? Внизу отправлено из Bittrex24. Это уже есть, да? Нет, в CRM пока нет. Будет? Но я так понимаю, если NFR, то вы можете менять этот шаблон. Да, можете свою ссылку сами там поставить. Да, то есть это NFR, то можете сегодня ко мне подойти, я прям покажу, где. Давайте еще два вопроса буквально. Володь, у тебя. Вы сказали, что можно монитор качества еще сдать, но я так понимаю, что до 1 февраля. И вопрос, если, скажем, проекты были добавлены по Bittrex24 до 1 февраля, но не были еще баллы начислены, как тут будет? Добавлены, но не были баллы начислены? Ну, проект добавлен в партнерке. Еще не успели рассмотреть его, да? Ну, я думаю, что мы в ручном режиме это решим. Не проблема. Ну, в смысле? Давайте будем исходить из даты добавления вами проекта. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, баллы за продажу, которые вы вводите в Bittrex24, не вернут нас в историю с управлением сайта, когда некоторые партнеры начнут предлагать планшеты, телефоны, компьютеры в обмен на то, что клиенты будут покупать Bittrex24 через них? То есть плачевный опыт управления сайтом. Ну, на самом деле мы сейчас не запрещаем какие-то свои акции проводить. А что ж тут плачевного-то в опыте? Да, нельзя просто продавать дешевле. Есть конечная цена, пожалуйста, вот она должна быть конечной для всех клиентов. Это не роняет рынок, это не портит никому жизнь, это все. А если вы хотите какую-то акцию устроить и что-то там дарить, ну, пожалуйста, мы сейчас не запрещаем это.